Чуть должен был позже сесть на колени и упасть. Но симпровизировал. Я симпровизировал. И упал раньше. А с другой стороны, все-таки я же девушка. А девушка, когда поднимает другую девушку, может и позволить себе маленькую шалость. У нас, как в жизни, в настоящей семейной жизни, он идет любовь, и мы ругаемся, ссоримся, тут же миримся. Ты сегодня в баньке парилась, а я сегодня с 8 утра и вчера работал, потом летел, завтра мне с 8 утра работать, вечером спектакль играть, после тренироваться. Фига, все же работают. Все... Да, надо было не соглашаться на этот проект. Наши тренировки с Татьяной мне в последнее время напоминают свидание заключенного с любимой женой. И за эти 15 минут, за час, они должны сделать все, успеть сделать все. Носик без ленты, пойдем? Кстати, тренировался. Каждый приходи, день. Приходи, мы с тобой. И вылетел. Мы только сегодня приехали из Минска, вот, и сразу побежали на тренировку. Вот, это у нас последняя тренировка, у нас всего было их 3. Мне очень-очень хотелось танцевать медленный танец. Я думаю, господи, почему же у нас большинство программ нужно бегать, веселиться. Я думал, что вот, когда будет медленно останется, посмотреть друг другу в глаза будет время. Отдышаться. Марат очень старается, терпит меня как может. Ты не понимаешь так, ты не понимаешь с поддержки. Как ты понимаешь? Сделаем так, как ты понимаешь. Я бегу к Тане на тренировку между съемками. Наслаждаюсь Таниным катанием. Получаю. Делай первую часть. А вторую? Жили приятели пилы-полы. Пила-была-пила, пола-была-пила. Все. Жили приятели, пила полу, пила была пила, у пола была половица. Молодец. Вот, видишь, какая я хорошая. Дорогие режиссеры, все, кто с ним снимается, я вас очень прошу, дайте ему закончить этот проект, дайте ему выиграть, и тогда он будет ваш. И больше Башарова никто в кино никогда не снимет.